Всем привет! С вами Однорукий Борис. И мы с вами продолжаем играть в игру под названием Getting Up. Да. Что-то я на самом деле немножко махнул. Начал приветствие слишком рано. Поэтому мы в этой серии посмотрим начальные заставочки, которые уже прошли, которые я скипнул. И вот первая загрузка у нас идет. Вот. В прошлой серии мы прошли миссию, которая называется «Тушите свет». На самом деле она эпичная была. Вот, мы опять катались на поезде. Вот, и делали одно большое граффити. И также мы посмотрели в прошлой серии эпичную заставочку. Типа там, да, говорили, что вот покрытие новое на поездах, типа антиграффити. Но все там у них обломалось, Трейн всех уделал. Вот, и мы дошли с вами до пятой главы. Вот эти точки я называю главами. И это пока что самая короткая глава. Тут, видите, две миссии. Значит, глава называется «Несвободная». И, как видите, тут бирюзовым цветом показаны два маленьких райончика. Да. Вот, скорее всего, мы опять будем либо... Даже не либо, а точно в метро, наверное, я не знаю. Короче, глава «Несвободная». Вот так вот. Да. Часть первая — туннель. Давайте посмотрим, какие трудности нас будут ждать на этом уровне. Вот, тут бывает так, что какой-то уровень очень простой, да, вот, а бывают тут такие уровни, что прям вот такие долгие, нудные, и что их проходить надо, блин, стараться. Особенно вот помните, да, с патрулями, как я там делал. А, да, записывал как бы одну серию и потом делил ее на части. Ух ты. Черт, Тики! Это ты? Привет, сынок. Что рисуешь? Трей, слышь, чувак, как ты делаешь тени и добиваешься такого цвета? Следи за давлением. Пойми, не бифлоп меня делаешь. Нужно развиваться, придумать свой шрифт, забомбить большую картинку. Да, понемногу. Показать свои навыки. Если для тебя важно искусство, делай что-то серьезное. Но помни, чем больше цвета и деталей, тем больше времени требуется. Доступна страница черной книги. Биография Т-Т-Кит. Посмотрим его. О, наша граффити прошлая. И этот сидит, которого мы побили. Молодец, Трей. О. Целый вагон, сверху донизу. Черт, у меня даже слов нет. Сумка-черевовещатель? Что за бред? Ясно. Спасибо, блин. Что за черт? Это территория вандалов. Деколь, ты видишь это? Спокойно, Гейн. Он со мной. Твою мать, он меня не уважает. Я? Ах, ты урод. Как же ты меня достал. Ты портишь все мои рисунки. Ты и твоя команда, я видел ваши трафареты. Трафареты? О чем ты? Лживая тварь! Хотите попадаться, ребята? Это можно. Давайте разберемся раз и навсегда. В туннеле. Пусть весь город видит. Опа. Что делать надо? Закончи свой рисунок первым. Выпускается не более 5 подтеков. Так,
Сейчас попробуем. Блин, вот это вот отвлекает, на самом деле. Вот эти вот заставочки. Так, мне даже интересно, что он рисует такое. Ой, я чувствую, что... Я сейчас это самое... Ой-ой-ой. Тут такие вот, видите, отвлекающие эти самые маневры. Смотрите, я больше сделал. А может и нет. Да давайте, я уже хочу это. Сейчас быстренько вот так вот вниз сходим. Дизморалят меня, да, тут? Задание провалено. В следующий раз будь аккуратнее. Что ж, ладно, давайте попробуем еще раз. Наверное, нам тут дадут второй шанс. Да. Точнее, нам будут давать шансы до тех пор, пока мы не выполним этот квест. Короче, тут... Да. Делаем вот так вот. Раз. Как мы все это обычно делаем. Да хватит меня отвлекать. И он все равно быстрее получается, чем я, да? Да хватит этих заставок. А, можно пропускать. Хорошо, а то я... сконцентрироваться не могу. Так. Да. Смотрите, мне чуть-чуть оставалось, да? Ну, в этот раз лучше. Наверное, в третий раз я смогу все зависеть, как надо. Вот. И тоже интересная миссия получается. Ну вот, наверное, я буду делать опять все в ускоренном темпе, потому что я не знаю, как тут все будет, сколько попыток я сделаю. Но чтобы не затягивать, не показывать вам каждый раз одно и то же подолго,
подолгу, я ускорюсь. Хотя у меня есть мысль, может быть, я немножко не так все делаю. Так. Ну, это не спускаются, ребята. Так, закончу свой рисунок первым. Так, сейчас я попробую. Есть, смотрите, выполнил. Вот это неожиданно. Я даже там 4 подтека сделал. Думал, ох, сейчас будет 5-й, и все, и конец. Опа, прибежали ребята. Что, теперь от них гонять надо? А, нет, смотрите. Слушайте. Тоже какая-то... Какая-то миссия коротенькая получилась. Ну вот, я даже не знаю. Давайте мы... Да, смотрите, пирс. Давайте мы все-таки пирс оставим на следующую серию, да? Вот. А я сейчас... Посмотрю, что, кого же нам добавили в нашу черную книгу. Вот, Тикит. Прочтем его. Так вот рисуется, хорошо. Wildstyle мастер и живая легенда Тикит прошел длинный путь от простого райтера до главы команды ТНБ. The Nation's Best. Тикит активен по сей день, его работу можно увидеть в Бронксе и по всему миру. Он также является членом парижской команды МАК, ТДС и многих других. Найди свой стиль, он должен быть уникальным, как твоя ДНК. Так, давайте посмотрим еще, может быть... По-моему, мы все тут... читали. Ноксера читали. А этих ребят тоже читали. Эвок тоже читали. Да, тут оказывается только одного мы нашли. Тикида вот этого. Вот. Собственно, что на этом все получается. А, вот. Пирс мы с вами пройдем в следующий раз. Ну и на этом все. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка есть на нее в описании. И мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи, всем пока.